Тазовое предлежание плода наблюдается у 3-4% роженец. Оно распознается с помощью наружного метода и влагалищного исследования. Высота стояния дна матки при тазовом предлежании выше, чем при головном. Тазовое предлежание. Головное предлежание. Диагностика предлежания плода важна для выбора способа родоразрешения. При тазовом предлежании нередко бывает больше окружность живота. Тазовое предлежание. Головное предлежание. При тазовом предлежании над входом в малый таз определяют крупную, но более мягкую предлежащую часть плода, неспособную к баллотированию. Подвижная головка определяется в дне матки. При головном предлежании над входом в малый таз определяют округлую, плотную часть плода, способную к баллотированию. В дне матки пальпируется тазовый конец плода. Сердцебиение плода лучше всего выслушивается выше пупка со стороны спинки. При головном предлежании сердцебиение более четко слышно ниже пупка, справа или слева, в зависимости от позиции плода. В последнее время применяют дополнительные методы диагностики с помощью ультразвукового сканирования и электрокардиографии плода. На эхограмме видны передняя брюшная стенка, лона, предлежащий тазовый конец и головка плода в дне матки. При головном предлежании видны передняя брюшная стенка, лона, предлежащая головка и туловище плода. На основании электрокардиограммы можно судить о предлежании плода. При тазовом предлежании более выражен зубец S. Комплекс имеет вид RSR1. При абдоминальном отведении регистрируется только желудочковый комплекс плода, КУРС.
При головном предлежании более выражен зубец R. В крайнем случае при затруднениях в диагностике применяют обзорную рентгенографию. Видны головка в дне матки, позвоночник и скрещенные ножки над входом в малый таз. При головном предлежании контурируется головка над входом в малый таз, позвоночник и ножки в дне матки. Во время влагалищного исследования при тазовых предлежаниях определяют мягкую крупную часть, по плотности не похожую на головку.